видите современное снайперское оружие. Оно применяется не только в российской армии. Русское оружие считается лучшим в мире. Слева – снайперский автомат, сделанный на базе автомата АК-74 с оптическим прицелом. Он может стрелять очередями. Посредине – винтовка СВД, линейная снайперская винтовка, дальнобойная. Справа – бесшумная винтовка ВСС. Зачем? Вы уже видели. Снайперский палец целесообразно иметь в винторез. Марка ВСС. Калибр 9 мм, бесшумный, беспламенный. Емкость магазина 10 патронов. Для работы по целям, которые внезапно могут появиться на расстоянии до 100-200 метров. И мешают работе по дальним целям. Оружие это легко разбирается. То есть при переноске фактически оно много места не занимает. Также целесообразно при движении снайперской пары держать где-то по лесистым местам, либо по кустарнику, иметь снайперу в руках его, первому, кто движется в дозоре. А СВД брать за спину, либо так, как ему удобно. Почему? Потому что в лесу при внезапно появляющемся противнике, который может случайно попасться на пути следования, лучше его убрать бесшумно. После этого, естественно, можно продолжить выполнение задания. Если же выстрелим с СВД, либо с АКС-74Н2, то бесшумность не получится, придется просто начать уходить в запасной пункт сбора. Вот он, так вот спокойно разбирается. Может складываться, переноситься в разгруз жилете, либо как угодно. При этом целый боекомплект брать нецелесообразно. Можно взять буквально 2-3 магазина. К нему также имеются патроны марки СП-6 с бронебойным, с остальным наконечником, так называемые бронебойные. Оптимальная дальность по тактико-техническим критерийскому стрельба ведется на расстоянии до 400 метров. Оптимальная дальность работы для снайпера до 100 метров в голову, до 200 метров в тело. Это горизонт его, реально проверенное на практике, то расстояние, с которого можно работать. Может также работать, как и автомат, автоматический огнем. Имеется переводчик одиночного и автоматического огня. Сейчас стоит на одиночном, точка показана. При передвигании пальцем стоит на автоматическом, многоточие показано. Предохранитель работает также в основном, как и автомат Калашникова. Винтовка снайперская СВД Драгунова состоит на вооружении всех снайперов, которые имеются в вооруженных силах Российской Федерации, также в некоторых других государствах. Автоматическая, емкость магазина 10 патронов, дальность стрельбы до 1300 метров с оптическим прицелом, с открытым до 1500. Реально работа с этой винтовки до 300 метров в голову, до 600 метров в тело. Дальше попадание не гарантируется. Новый, немного модернизированный вариант вооружения второго человека, находящегося в снайперской паре, это автомат АКС-74Н2. Автомат выпускается, отбирается заранее с улучшенной кучностью боя. На них набивается планка для стрельбы с ночным прицелом. В этом варианте автомат снабжен специальными чехлами, которые спокойно одеваются, снимаются на него, что обеспечивает невидимость, в принципе, оружия, не исключает блески и тому подобное. Прицел, как видно, тоже обшит. На компенсатор в избежании попадания пыли, воды, грязи и просто его обнаружение одевается обычный тряпичный чехол, который при стрельбе может либо сниматься, либо просто может первый выстрел делать с ним. В этом случае он просто разрывается, не мешая полету пули. На прицеле специально для стрельбы с этого оружия сделана небольшая модернизация. То есть винт опорный, которым упирается на снайперскую винтовку Драгунова прицел, ПСУ-1, либо прицел ПСУ-1.1, он убран, выстрелено отверстие для крепления. В случае, если этот прицел будет использоваться повторно на снайперском оружии другой модификации, типа СВД, ВСС. Сзади сделан прилив. Сделан прилив с выступом, который упирается на планку прицельную, задним своим упором.
Видно, что вовнутрь приклада вставлен индивидуальный перевязочный пакет, как делали все время при ведении боевых действий в Афганистане, что в Чеченской Республике. Вставлена небольшая щека из любой тряпки, которая там была. И все это заматывается кровоостанавливающим жгутом. Получается идеальный приклад у щека для ведения стрельбы с оптического прицела. Еще одна модернизация, которая сделана на данном виде оружия, это магазин уменьшенной емкости. Если емкость обычного магазина, выпускающего для автомата, 30 патронов, этот магазин сделан на 20 патронов. Также имеется вариант, сделанный на 15 патронов, который короче и по своей длине не превышает длину пистолетной рукоятки автомата. Это сделано из тех соображений, чтобы уменьшить высоту человека, лежащего при изготовке для стрельбы лежа. Кучность данного вида оружия не уступает кучности снайперской винтовки Драгунова. Поправки на превышение цели, которые введены на барабане, всего лишь их 3 метки имеются на 200, 300, 400 метров, а также 100. И настильная траектория данного вида оружия создает немало преимуществ при использовании его в составе снайперской пары.